В этой встрече были заинтересованы обе стороны. Сегодня Сочи совсем другой город, современный, ухоженный и, соответственно, более конкурентоспособный. Влияние и работа именно сочинских журналистов может помочь создать положительный имидж курорта не только в Сочи, но и во всем мире. Активисты Союза журналистов города предложили создать площадку для журналистского сообщества. Глава поддержал эту инициативу. По его мнению, это поможет сделать работу более конструктивной. Как общественная организация, Союз журналистов Сочи, по мнению мэра, может активно влиять на все актуальные вопросы по разъяснению и продвижению городских преобразований и будет являться открытой площадкой для диалога между властью и обществом. Есть у мэра и интересные предложения для новых проектов. У нас есть кинематограф старый, у нас есть исторические кадры. И надо сегодня сделать фильмы о Сочи и их показывать, как было, как стало. На контрасте. Я беру фотографии микрорайона вокруг цирка. Это ж ужас какой-то, вот который был, Шанхай. Сегодня там стоит красота. Надо это сравнить. В свою очередь, члены Союза журналистов Сочи пообещали поддержать главу города в конструктивных вопросах, касающихся развития курорта.